Здравствуйте. Сейчас трудно найти человека, который не зарегистрирован ни в одной социальной сети. И я вам сейчас дам некоторые ключики, как анализировать аккаунт нового человека. И первое, что мы видим, открывая любой аккаунт, это главная фотография или аватарка. И здесь мы уже можем получить много полезной информации. Слово «аватара» в философии индуизма обозначает снисхождение, явление божества на земле. Поэтому неудивительно, что главная фотография называется именно аватаркой. Это как бы концентрация, это визитная карточка личности, это то, что человек хочет показать тем, кто заходит на его страничку, а нам дает много полезной информации, потому что мы с вами умеем читать между строк. Если мы видим, что аватарка на профиле отсутствует, то человек, скорее всего, очень редко заходит в свою социальную сеть или когда-то ее завел и забыл. Это встречается крайне редко и говорит о том, что человеку неинтересно общаться в данной социальной сети, либо он завел страничку для того, чтобы наблюдать за кем-то. А вот если мы видим на аватарке фотографию известного актера или мультяшного героя, то человек, скорее всего, пытается скрыть свое лицо. Почему он это делает? Здесь напрашивается три объяснения. Первое – это человек, скорее всего, закомплексован и боится показывать свое лицо, дабы избежать насмешек. Он не уверен в себе, поэтому предпочитает всегда действовать из-под тишка, из тени. Второй причиной может оказаться несвобода человека, а именно он может быть женат или замужем и искать интрижки на стороне, поэтому ему не хочется светить свое лицо по понятным причинам. Третья причина может быть в том, что перед нами фрик. Подобные личности часто провоцируют людей на агрессию и таким образом получают себе эмоциональный всплеск. Это очень трусливые и закомплексованные люди в жизни, которые боятся показывать свое настоящее лицо, и им очень удобно действовать из-под тишка, из-за кустов, что-то кричать, что-то где-то создавать какую-то суетливость и получать от этого удовольствие. Ну, в общем, в любом случае подобная аватарка скажет нам о том, что общение с этим человеком, ну, нежелательно. Если мы видим на аватарке фотографию природы, то это говорит о том, что человек нуждается в отдыхе. Фотографии домашних животных, блюд собственного изготовления, изделий, собственноручно сделанных, говорит нам о том, что перед нами человек домашний, скорее всего, интроверт и, возможно, чуточку закомплексован. Профессиональные студийные фото, фотографии из каких-то экзотических, интересных, престижных мест, говорит о том, что перед нами человек, который имеет возможность путешествовать или делать дорогие фотографии. Но даже если этот материальный достаток и не такой уж большой, то это говорит о том, что человек как минимум с фантазией, и с ним есть о чем поговорить. Подчеркнуто деловое фото говорит нам о том, что человек рассматривает свою страничку как рекламную площадку или полигон для своей профессиональной деятельности. Человек крайне озабочен своим профессиональным ростом, и это ни в коем случае не говорит о его успешности, а скорее говорит о том, что он больше озабочен своей деятельностью. Как правило, человек, достигший чего-то в бизнесе, не станет использовать полностью свою страничку как профессиональный полигон, а лишь иногда будет анонсировать свои события. Здесь как раз очень важен баланс личной жизни и профессиональной жизни, чтобы здесь была гармония. Есть даже такая пословица: где наши мысли, там наша энергия. Так вот, смотрим по тому, сколько информации выкладывает человек о личной жизни или профессиональной, и понимаем, где его энергии больше. Если мы видим на фотографии детскую фотографию главного героя, то перед нами человек, который нуждается в любви. Если же мы видим фотографию какой-то многолетней давности, где он молодой, красивый, успешный, то человек, скорее всего, пытается как бы вернуться в прошлое, где ему было хорошо, приятно и замечательно. А это говорит о том, что в настоящем у человека не так хорошо. А теперь внимание, если человек помещает на аватарке не только свою фотографию, но и членов своей семьи или своих друзей, то знайте, он очень гордится наличием этих людей в своей жизни.
жизни. Причем смотрите, кого изображено больше – друзей или семьи. Кроме того, женщины очень часто помещают на аватарку свою фотографию, например, с ребенком или со своим партнером. Мужчины же это делают крайне редко. И если ваш мужчина поместил на аватарку свою фотографию с вами, то знайте, что он вас очень любит и ценит ваши отношения. Самое ироничное фото на аватарке говорит о том, что перед нами человек смелый, открытый, решительный, и при общении с ним он может сразу перейти на «ты», и не пугайтесь, это из серии того, что простота хуже воровства. Но человек достаточно интересный, если он смог поместить самоироничное фото на аватарку. Обычно люди прячут фотографии, над которыми, возможно, кто-то будет смеяться. И это понятно. Но если человек не побоялся выставить смешное фото, то знайте, что с этим человеком вы точно не соскучитесь. И смешной кадр из жизни, причем желательно собственный, может позволить себе только человек, обладающий чувством юмора и умеющий смеяться над собой. Часто такие люди просто засмеивают свои проблемы, но в принципе это не самый худший вариант, согласитесь. Сейчас я перечислила некоторые психологические аспекты анализа аккаунта, но в ваших силах заглянуть еще глубже с помощью физиогномики. Ведь лицо – это голограмма всего организма, событий, характера человека. И вы можете заглянуть намного глубже, ведь лицо никуда не спрячешь. И если уметь читать лица, то можно почерпнуть огромное количество полезной информации. Хотите в этом убедиться? Под этим видео расположена ссылочка на мой бесплатный мастер-класс. Кроме того, при регистрации вы получите от меня брошюру с физиогномическими рекомендациями, которые вы уже сейчас можете использовать в своей жизни для того, чтобы сделать ее более гармоничной. Вы знаете, физиогномика мне очень здорово когда-то помогла, когда я искала себе партнера. Я не тратила свое время на тех, кто мне точно не подходил, а по интернету это легко было определить, потому что у всех были фотографии и можно было анализировать. И концентрировалась только на тех, кто мне точно подходил. Кроме того, зная физиогномику, я с ними и общалась на том языке, на котором им было более понятно. И как результат, у меня сейчас отличные гармоничные отношения с самым лучшим мужчиной.